Друзья, мы попали в довольно достаточно странную ситуацию, с которой нам очень сложно разобраться. Едем на поиски хамелеона Парсон. Ты когда-нибудь смотрела в глаза хамелеону Парсона? У кого-то возник вопрос, почему мы на кладбище находимся? Там здесь живет наш хамелеон. Мура-мура! Наш проводник ощущает запах хамелеона и по запаху различает, насколько он большой или маленький. Измерили температуру в тени. Сколько температур? Но это дурная примета. Хамелеон, переходящий дорогу. Здесь разрушенный совершенно лес. Дровосек, который здесь рубит дрова и знает, где можно найти хамелеонов Парсона. У нас есть надежда. Повсюду агроландшафт, и одна деревенька сменяет другую деревеньку. Все взрослые смеются, а все дети, когда нас видят, плачут. Так что не только люди страдают от пиявок. I don't see primary forest around, you know? Because our people is come here is cut mm-hmm. forest. Нет Парсона. Не видим хамелеона Парсона в природе. Many animals is disparate. Перед нами Мадагаскар. В огне и в дыму. The people start all take fire. I contact everywhere. The people don't answer me. The climate is change every year. Вот эта островная популяция Парсона находится под серьезной угрозой исчезновения. Parson so is dead. Mm-hmm. And a bear is gone anything. Кто выжил, того до канала Малярия.